Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Энской воинской части ракетных войск Министерства обороны, сообщает официальный сайт главы государства. Части ракетных войск, которую открыл сегодня президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев, размещены ракетные комплексы «Полонез». Эта сенсационная новость стала известна из фотографий с открытия воинской части, размещенных на официальном сайте главы государства. На кадрах видно, как президент Ильхам Алиев в сопровождении министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проходит перед рядом комплексов «Полонез». Далее размещена фотография, где глава государства запечатлен за рулем шасси ракетного комплекса «Полонез». Как сообщает государственное телеграфное агентство «Азертаж», Ильхаму Алиеву представили ракетные системы «Полонез» и «Лора». Верховному главнокомандующему доложили о тактико-технических характеристиках «Полонеза». Дальность стрельбы данного комплекса – 300 км. Вес ракеты – 780 килограммов, вес боевой части ракеты – 140 килограммов, радиус поражения – 80 метров, подготовка ракетного комплекса к залпу – 10 минут. В одной боевой машине размещены 8 ракет. Система «Полонез» предназначена для поражения любых групповых или точечных целей противника, живой силы техники в любых видах ее комплектации. Также главе государства доложили об оперативно-тактических ракетных комплексах «Лора» израильского производства. «Лора» может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования, для поражения элементов инфраструктуры и батареи противовоздушной обороны в глубине территории противника. Дальность стрельбы данного комплекса превышает 300 километров. Вес ракеты – 1580 килограммов, радиус поражения – 300 метров. В каждой боевой машине размещены 4 ракеты. Готовность комплекса к боевому применению – 13 минут. Ракетные комплексы «Полонез» и «Лора» управляются системами GPS. Не забудь подписаться на канал.